одно из основных свойств C++ — это его эффективность. Эффективность C++, так же, как и эффективность C, обусловлена тем, что в этих языках отсутствуют неявные накладные расходы, которые присутствуют в некоторых других языках программирования. Это позволяет писать приложение максимально эффективно. Причем в C++ программист сам может выбирать уровень абстракции, на котором он реализует каждую отдельную часть программы. Это позволяет писать наиболее критические по производительности участки программы максимально эффективно. То есть, например, реализовав их наиболее низкоуровнево и посчитав там каждую операцию. Благодаря своей эффективности язык C++ является основным языком для разработки приложений с серьезной компьютерной графикой, таких как компьютерные игры, например.